Сегодня я хотел рассказать о приоритетах в рамках работы, о приоритетах развития в области на ближайшую перспективу. Первое, конечно, это приоритет развития Саратовской агломерации. Поэтому наша задача именно создание дополнительных рабочих мест с учетом текущего момента, с учетом устаревшего производства и с учетом появляются возможности для малого и среднего бизнеса. Мы имеем особую экономическую зону сегодня. Она у нас в трех муниципальных образованиях и в двух муниципальных образованиях, которые входят в Саратовскую агломерацию. Это в городе Саратове и в городе Энгельсе. Это совершенно другие возможности для инвестора. Это более льготное такое вхождение и в плане начала реализации своих инвестиционных проектов для инвестора. Поэтому мы сегодня в этой части отличаемся от ряда территорий наших соседей. Как я уже сказал, прежде всего это Саратовская агломерация. И мы знаем, сегодня заказан проект на федеральном уровне Дом РФ, который обсуждается сегодня с мировыми архитекторами, с нашими архитекторами, с российскими архитекторами, для того, чтобы все-таки этот проект был концептуально совершенно другим. Туда входит конкретно сегодня 4 территориальных зоны в городе Саратове. Большие планы в муниципальном образовании, в частности, в 2021 году и в целом в муниципальных образованиях по области, потому что мы передаем транспортный налог полностью в муниципальное образование. Приняли с депутатами областной думы. Соответственно, это 2,5 миллиарда рублей. Почти 1 миллиард рублей будет в городе Саратов. Поэтому миллиард на дороге с транспортного налога. Миллиард дополнительно выделим в рамках БКД. Дополнительно выделим 500 миллионов на тротуары. Соответственно, Вячеслав Викторович обещал нам еще поддержку на тротуары с возможностей федеральных. И, соответственно, мы практически закрываем ту потребность, которая была рассчитана на длинную перспективу. Вот за эти 2,5 года где-то мы закроем практически вот эту всю инфраструктурную проблему. Но прежде всего нужен контроль. И для усиления этой работы в рамках Саратовской агломерации мы создаем сегодня новый орган, дирекцию при правительстве Саратовской области. И учитывая, что я назвал, какой большой объем будет сегодня проводиться в Саратовской агломерации, необходимо, конечно, чтобы здесь был специалист высокого уровня с большим опытом работы, ну и, конечно, с большой практикой. И на эту часть я переговорил с Александром Михайловичем Стрелюхиным и буду просить его, чтобы он возглавил эту дирекцию в самое ближайшее время. Учитывая, что эта должность будет освобожденная, соответственно, председателем правительства, на должность председателя правительства буду просить депутатов утвердить Бусаргина Романа Викторовича. Молодой специалист, прошел хорошую школу муниципального образования, и в Энгельсе работал, и в Саратове работал, в Саратовском районе работал. И сегодня очень хорошо работает с федеральным центром. Самый ответственный блок ведет всех вот этих инфраструктурных инвестиционных проектов и с высоким сегодня качеством.